Раньше этот участок был только пешеходным. Сейчас строители отделяют тротуар от будущей проезжей части. Идет расчистка территории от грунта и укрепление бетонными плитами ливневой канализации. Инициативная группа жителей обратилась в администрацию города Сочи с просьбой рассмотреть возможность организации выезда с центра Адлера, в том числе используя участок пешеходной зоны от улицы Ромашек до улицы Взлетной. На комиссии по безопасности дорожного движения это было рассмотрено. И, конечно же, при поддержке главы города Сочи указанные мероприятия сейчас проводятся. Дорога будет односторонней в направлении выезда из Адлера. Проехать по ней сможет только легковой транспорт. Долгожданный для многих местных автомобилистов участок трассы строители обещают открыть уже на следующей неделе.